Даны натуральные числа А1, А2 и так далее, АН, да? Известно, что каждая из них не больше своего номера. А сумма четная. Докажите, что можно так поставить между ними знаки, что результат будет равен нулю. В этой задаче есть аж три очень простых и не очень похожих друг на друга, в чем-то похожих решения. Давайте начнем вот с какого. Давайте подумаем, величина АН минус АН минус первая по модулю. Какой может быть? Ну, в принципе, она может равняться нулю. Так? Может? Может. Да. Она не может быть равна n. Потому что ан минус 1 это натуральное число. И значит, вот эта величина целое число, не превосходящее n минус 1. Согласны? Хорошо. Теперь смотрим. А если из разности ан минус ан минус 1, по-моему, конечно, вычесть ан минус 2. Вот смотрите, это число от единицы до n минус 2. Это число от нуля до n минус 1. Как вы считаете, это не больше чего? Минус 2. Конечно, не больше, чем минус 2. Хорошо. Понятно? В принципе, оно может равняться нулю. Но больше, чем n минус 2, оно не может быть, потому что вот если у нас это число большое, это маленькое, то тогда оно может быть n минус 1, но мы из него что-то вычитаем. Хорошо. А если еще вычесть, догадайтесь, что тогда будет. Из an вычитается an минус 1, то есть из всего этого an минус 2, берем модуль и вычитаем an минус 3. Это будет не больше чего? n-3. Не больше, чем n-3. И так далее, и так далее, и так далее. Что будет, когда мы дойдем до первого? Будет не больше единицы. То есть мы получим какое-то такое выражение. Там модуль разности минус число, опять модуль, минус число, опять модуль, и так далее, и так далее, и так далее. И все это будет не больше по модулю, чем единица. Но слушайте, а число-то четное. Там будут участвовать все числа, ан, ан минус 1 и так далее, а первое. И значит, оно будет четное. Четное число по модулю не больше единицы. Это сколько? Это 0. Значит, мы получаем, внимание, не с плюс-минусом, а просто такое равенство. Значит, как оно выглядит? Большой модуль. Здесь вычитается А первое. Тут модуль вычитается А второе. И так далее, и так далее, и так далее. И где-то там внутри АН минус АН минус первое. Понятно ли? Вот такое вот выражение, в котором участвуют все ашки. И это ноль. Ну, осталось вспомнить, что когда мы раскрываем модуль, то... Ну, собственно говоря, это и соответствует каким-то знакам плюс-минус, да? То, что любой модуль равен либо самому числу, если это число не отрицательное, либо с минусом, ну, то есть меняется. Вот. И значит, если у нас есть такое равенство, то отсюда следует что-то такое с плюсом-минусом. Решил задачу? Вот, это первый способ. Теперь второй способ. Это индукция по n. Ну, начнем с базы. Если n равно единице, то вообще неинтересно, потому что а первое не больше единицы, натуральное число, это значит, а первое просто равно единице. А оно четное не бывает. Значит, интересно, база, это когда n равно 2. База, да? Тогда что? Тогда а первое это единица, и чтобы четная сумма была, а второе тоже единица. Ну, понятно. 1 минус 1, 0, значит, все хорошо с базой. Теперь переход. Вот пусть для n чисел мы все доказали, а нам дали числа
количество n плюс 1 штуки. Их сумма четная, они все натуральные, каждая не превосходит своего номера. Смотрите, что будет, если случайно эти числа равны? А n равняется а n плюс 1. Как вы считаете? Мы тогда между ними ставим минус. И говорим, что сумма предыдущих чисел обязательно четная. Потому что они равны, а сумма всех была четная. Значит, сумма предыдущих четная. Но и каждая не превосходит своего номера по-прежнему. Значит, для предыдущих чисел утверждение верно. Там можно как-то поставить плюс-минус. И между этими ставим минус. И все. Поняли? Хорошо. Теперь пусть не равно. Пусть АН не равно АН плюс 1. А тогда тоже все легко. Мы рассматриваем новый набор чисел. А первое, а второе, АН минус 1. А здесь пишем модуль. Здесь пишем модуль этой равности. Понятно? Ясно ли вам, что вот это вот число не превосходит n? Потому что n плюс 1 самое большее, это n плюс 1, а n не меньше единицы. Значит, вот это число не больше, чем n. Поскольку они не равны, то оно не ноль. Значит, мы опять получили набор натуральных чисел. Опять в этом наборе сумма четная, ну потому что четность этого модуля это такая же, как сумма четность суммы. Да? Вот. И значит, для этих чисел утверждение верно. Их как раз n штук, все замечательно. Значит, между ними можно поставить плюс-минусы. Понятно? А если между ними можно поставить плюс-минусы, то модуль раскрываем, как он там будет, либо вот так, прямо так, либо с минусом, и получаем общий план. Рассказал второй способ? Рассказал. Отлично. Теперь третий способ. До него, пожалуй, тяжелее догадаться, чем до первых двух. Тоже естественно. Господа, а давайте мы докажем такой факт. Если есть натуральные числа, и каждый не превосходит своего номера, то в таком случае любое число от единицы до их суммы представимо в виде суммы нескольких, может быть, просто надо взять просто одно число, или, может быть, несколько сложить. Это такая лемма. Если есть натуральные числа, каждая из которых не превосходит своего номера, то в таком случае любое число от единицы до суммы этих чисел либо равно одному из них, либо представимо в виде суммы нескольких из них. Утверждение понятно? Mm-hmm. Доказать его очень легко. Когда n равно единице, ну а первое это единица, сумма чисел от первого до первого это единица, единица это единица. Значит, в базе все хорошо, да? Пусть у нас все хорошо для некоторого n. То есть все числа от единицы до а1 плюс а2 плюс n представим. Замечательно. Берем какое-нибудь число, ну какое-нибудь а1 плюс 1 берем. Да, и, да, кстати, здесь я про четность даже ничего не говорю. Сейчас меня пока четность не интересует. Это просто дилемма, я доказываю в любом условии, без учета. Да, вот. То есть если выполнены эти два условия, то в таком случае любое число представимо в виде. Либо равно одному из них, либо представим виде суммы нескольких из них. Да, так вот, берем какое-нибудь число. Какие тут возможны варианты? Какое-нибудь число x? Оно, конечно, не меньше единицы. Возможен вариант, что оно не больше, чем сумма первых n чисел. Да? Ну так, как на индукции, по предположению индукции, все хорошо. Оно либо равно одному из них, либо представим виде суммы. Другой вариант. Число x больше, чем сумма, и не больше, чем сумма с участием n плюс 1. Так тоже легко. Вы просто говорите, давайте возьмем в k
качестве одного из слагаемых число АН плюс первое. И посмотрим на величину x минус АН плюс первое. Тут очень важно. Каждая из ашек не меньше единицы, потому что это натуральные числа. И x больше. Значит, на самом деле, вот каждая из этих чисел не меньше единицы, то есть это сумма не меньше n, да еще и x больше. Значит, у нас x на самом деле больше или равен, чем n плюс 1. А n плюс 1, наоборот, не больше своего номера. Значит, у нас получается, что вот это x не меньше, чем n плюс 1, да? Значит, x минус n плюс 1 не меньше нуля. Потому что, повторяю, n плюс 1 не больше, чем n плюс 1. Замечательно. И при этом это, конечно, не больше, чем сумма, ну потому что n плюс 1 принесем сюда, чем сумма а1 и так далее, а1. Ну, если 0, то все хорошо, x просто оказался одним из чисел. А если здесь больше, то это вам натуральное число, не превосходящее суммы. Значит, по предположению индукции, оно предстоит в виде, как он нам нужен, и добавляем еще слагаемое а1 плюс 1, и все получилось. Слева доказано. Ну и что? А вот что. Сейчас вспоминаем условия отчетности. До этого момента мы его не использовали, а сейчас вспоминаем, сумма была отчетная. И говорим, что есть такое замечательное число. А первое плюс А второе плюс А энное пополам. Число было четное, поэтому делить на 2 можно, это неправильное число. И это либо одна из ашек, либо сумма нескольких ашек. Так? Ну вот давайте напишем. Пусть это будет А с номером, я не знаю, там, К1, К2 и так далее, там какой-то там КМ. Да? Нет, это разные номера от 1 до N. А теперь посмотрите, что можно сделать. Обе части умножить на 2. И все вот эти числа перенести вправо. Что тогда произойдет? Где был номер какой-то в сумме, то там из него вычтется. И коэффициент двойка, который объявился, когда мы умножали на 2, заменится на единицу. А там, где не было, там будет коэффициент минус 1. Понятно? Так это и есть часть плюсов, часть минусов. Равняется нулю.